Привет, друзья, это Марина, мы в городе Дмитров, и здесь проходит второй этап чемпионата России по квадрокроссу. Выступают дети на разных квадроциклах, и в том числе, конечно же, квадроциклы Мотокс. Посмотрим, как это будет происходить, какие победы наши ребятки из команды Мотокс принесут сегодня. Вот чем отличаются именно соревнования детские, это тем, что здесь царит какая-то атмосфера уюта, заботы друг о друге, потому что родители подготавливают своих деток, они проверяют им квадроциклы, проверяют их защиту, девчонкам вешают косички на шлем. Это очень мило, и это все добавляет какой-то атмосферы праздника и радости в этих соревнованиях. Каждый родитель настраивает своего ребенка, дает советы, как правильно ехать, где что, как поднажать. В этом, наверное, отличие взрослого кросса от детского, потому что везде каждому ребенку дают советы, помогают, поддерживают. Чесноков мало, пилов. Нравится, как кататься на квадроциклах. Он у меня быстрый, мощный и мощный мотор. Меня зовут Вадик. Я катаюсь на квадроцикле. Квадроцикл называется Мотокс. Квадрик очень быстрый. Это чекается, чтобы выключать и включать. Но выключать только, это чтобы заводить. Я люблю всех обгонять. Я хочу первое место. Я Тихонов Андрей Станиславович. С команды Мотокс 11 лет. Гоняю лет 7-8, это дает какую-то отдельную силу. Это мне нравится и дает как мелатонин и адреналин. Это ваша дочка, да? Скажите, не страшно отпускать на старт свою принцессу, гонять в грязи, месить? Не страшно. Она у меня безумная. Ей не страшно. Почему? И мне не страшно. Лучше ребенок выбрал этот вид спорта. Ей понравилось, она поехала. И гоняем. Я же гоняю уже 7 лет, и меня зовут Даша. Ну вот они, за моей спиной довольно счастливые детки на своих квадроциклах уже выстроились на старт и готовы поднять пыль на этом стадионе. У нас команда из Карелии приехала на Мотоксе, модель 2016 года. А это прокачанная модель, вы ее как-то изменяли? Ну, технически немножко, да. А что именно изменяли? Переднюю подвеску, заднюю подвеску, по электронике. Угу. То есть некоторые доработки есть, чтобы он лучше катил. Вы часто ездите по соревнованиям разным? Ну, по возможности, да. У вас уже побед? Ну, в прошлом году третье место на России. Круто! А чем нравится квадрокросс, почему именно этот вид спорта? Ну, ребенок выбрал, то есть квадрокросс и борьба. Артем, а почему ты любишь квадроцикл? Ну, они быстрые, мощные, интересно ездить. Что нужно сделать, чтобы победить? Держать газ. Круто! Вот такой вот совет. Держите газ и побеждайте. Проезжаем круг просмотра. Финишируем коридорчик, по коридорчику возвращаемся на свои места и потом выезжаем на старт, уже на заезд. Более 20 регионов, это чемпионат России по кроссу на квадроциклах. Это самое сильное спортивное мероприятие в данной дисциплине, которое уже проходит здесь вторым этапом. Третий этап заключительный будет в сентябре. Если говорить про статус, это одно из самых важных мероприятий для спортсменов, поэтому здесь сильнейшие спортсмены практически большей части субъектов нашей страны. 2 года тенденции, я курирую кросс-квадроциклы, есть тенденция роста. И, безусловно, мы видим сегодня прирост детей, мы видим уровень детей, мы видим, безусловно, что сегодня маленькие дети с трасс справляются так же хорошо, как и взрослые. Поэтому, действительно, с каждым годом за ростом спортсменов растет и техника, растут и скорости, растет профессионализм. И в этом заезде, друзья, у нас выступают сразу 2 класса, это 50 и 100 лайт. Вон они, друг за дружкой, гуськом следуют наши маленькие спортсмены, класс 50 и класс 100 лайт. Ну а за моей спиной выстроился уже класс 100, 8 человек выступают в данном заезде, посмотрим. Сейчас эти
соревнования для ребят, которые увлекаются квадрокроссом, самые важнейшие, потому что это чемпионат. И выше этих соревнований в России ничего не происходит на данный момент. Это второй этап, впереди еще третий, заключительный этап, который состоится уже на юге России. Ну а за моей спиной, друзья, сейчас выстраиваются самые сильные, самые взрослые спортсмены из детских заездов. Это заезды 200 и 200 спорт. Здесь уже накал страстей, здесь уже и звук моторов другой, здесь уже и эмоции другие. И некоторые ребята даже делают трюки, подлетая на трамплинах. Представляете? Посмотрим. Мы занимаемся с 7 лет, сейчас ей 13. Поэтому каждый год... Здесь, друзья, в классе 200-200 спорт. Мы уже видим совсем другие скорости. Ребята едут уже более профессионально. Конечно, они уже и постарше. Техника-то у них уже помощнее в этом заезде. Мы видим на данный момент то, что по всей трассе ребята рассеялись. Кто-то проезжает эту часть трамплина, кто-то эту часть трамплина. То есть, в зависимости от своей скорости, от своей силы, ребята рассеялись по всей трассе, по всему стадиону на данный момент. И таким самым распределяют призовые места этого заезда. Меня зовут Лиза, я из команды «Мотокс», и квадроцикл у меня называется «Мотокс». Вот мой квадроцикл. Из-за того, что я гоняю на квадроцикле, мне сделали наклейку. У меня номер 3. Как ты считаешь, у кого самый красивый квадроцикл на этих соревнованиях? На этих соревнованиях у меня самый красивый квадроцикл. Мне кажется, Лиза права, но вы только посмотрите на эту красоту. Лиз, а о чем ты мечтаешь, каких хочешь добиться успехов в спортивной своей карьере? Я хочу добиться успехов, чтобы у меня было все время первое место. Мне нравится квадроцикл, потому что на мотоцикле нужно держать равновесие, а тут нет. И на мотоцикле сложнее ездить, чем на квадроцикле. У мотоцикла 2 колеса, а у квадроцикла 4. Я начинала с 5 лет, а сейчас мне 9. Ну вот у нас вновь проезжают ребята класса 50 и 100 лайт. Кстати, в этом году они едут совершенно по-взрослому. Несмотря на то, что у них самые маленькие по объему двигателя квадроциклы, 50 кубиков и 100 лайт, и они самые маленькие, они едут по взрослой трассе, то есть все участники соревнований, будь то класс 500 взрослые, они все едут по одной трассе, но у каждого будет свой зачет. Заведую этой дисциплиной уже более 6 лет. Большой упор делаю на детей. В данном соревновании, а это у нас второй этап чемпионата России по кроссу на квадроциклах в городе Дмитров. Первый у нас был в Костроме. Напоминаю, третий у нас будет в Красном на Волге. Значит, на этом мероприятии я представляю команду компании «Мотокс». У нас 3 квадроцикла. В классе 50 едет Тихонов Вадим, мой сын. В классе 100 лайт едет Тихонова Елизавета, это моя дочь. И в классе 200, королевский класс, ребята уже после него переходят в юниоры и в 500, там едет Тихонов Андрей, тоже мой сын. Все они, в принципе, очень давно выступают за команду «Мотокс» и очень успешно. Максимально крупное и максимально значимое соревнование для спортсменов, то есть круче, чем это соревнование, в России не существует. Это чемпионат России. По итогу трех этапов будет определен один чемпион России, то есть первое, второе, третье место будут победители. Напомню, в том году в классе 100 лайт Тихонова Елизавета, моя дочь, она заняла первое место по результату трех этапов на квадроцикле «Мотокс», конечно же. Мы наблюдаем небольшой прирост в этом классе, вообще в классе детских квадроциклов, потому что мы делаем упор больше на детей, но и взрослые не подкачали, очень большая явка спортсменов в этот раз. Но я думаю, что у этого вида спорта есть огромные перспективы, потому что я знаю рынок продаж этих квадроциклов, сколько их продается во всех компаниях, и пора уже, как говорится, детей приучать к культуре езды. Это шлема, защита, это спорт, это правила. Соответственно,
Я думаю, что должен быть какой-то ожидаемый бум. Скоро будет. Кстати, отдельное слово хочется сказать про трассу здесь, в городе Дмитров. Я видела многие трассы разных городов России. И вот эта трасса, она привлекательна тем, то, что здесь зрители могут просматривать соревнования со всех частей. То есть есть подходы, есть специальные места. Даже вот здесь оборудованы небольшие трибуны, чтобы люди смотрели, наблюдали за соревнованиями. И открывается прекрасный, красивейший вид просто на все эти трамплины, на все эти повороты. И наслаждаются зрители, и болельщики, и родители поддерживают своих детишек. Даже пока заезды не завершились, вот на таком табло уже появились предварительные результаты, где можно посмотреть, кто каким идет. Давайте посмотрим. У нас третий вместе Никонов Андрей, первый Кристоф Иван, второй Мигурский Степан. Друзья, несколько слов про всю инфраструктуру этого мероприятия. Здесь куча всего продается, сразу можно купить какие-то элементы защиты, шлем, джерси, перчатки, если вдруг порвались, все что угодно, можно поменять, купить новые. Конечно, здесь можно покушать сразу же на соревнованиях. Ребята готовят шашлык свежий, вкусный, все как надо, мороженое. Вот. Ну и, конечно же, запчасти. Друзья, все заезды уже закончены, ребята уже сняли экипировку, все, могут отдохнуть, и мы сейчас у Станислава поинтересуемся, каковы же результаты. Андрей, у нас какое у тебя место все-таки по итогу, скажи мне? Второе все-таки место, круто. Второе. Тебе место сложно в было? Классе 200, да, это королевский класс. Можно сказать. Так, а теперь вот за подробностями мы к папе обратимся, к Станиславу. Да, очень сложная была борьба. Дело в том, что мы до сих пор на стандартном моторе, сапожник без сапог, классический вариант, как бы и на себе это проверено. Поэтому мы подготовимся к третьему этапу. У нас сейчас максимальное количество очков среди конкурентов, потому что наш ближайший конкурент, который сегодня приехал первым, он на первом этапе он приехал третьим, насколько я помню, а у нас сейчас очковая зона первая, второе, соответственно, у него третье, первое. Поэтому мы готовимся к третьему этапу, там будем во всеоружии, оденем новые шины, мотор приведем в порядок, поменяем поршень, поменяем клапана, наверное, наши древние, да, и будем валить вообще на все бабки. Да, Андрюх? Круто, круто. Андрей, а как вот ты сам считаешь, вот, что нужно сделать в следующее соревнование, чтобы прям вот точно первое место? Может быть, что-то вот по спортивным достижениям потренироваться, либо морально настроиться как-то. Как ты считаешь, что тебе еще необходимо? Ну, наверное, приехать и победить. Ну да, морально тренироваться, подготовить квадроцикл к гонке. То есть все предельно просто и понятно. Ты все это будешь делать? Да. Все, будем смотреть новые победы Андрея. Андрюха монстр вообще. Посмотрите на его спину. Да вообще, вообще. Это рабочая спина. Просто весь мокрый, божечки. Весь мокрый. А тут вообще сплошные мышцы, бетон. Парень, вообще. Сколько лет Андрею забыла? Красавчик, 11. Отличительная черта этапов в рамках чемпионата России и обычных соревнований – это то, что результаты вывешиваются мгновенно. Как только закончились заезды, там по каждому этапу, по первому-второму заезду, сразу же уже жюри вывешивают все итоги, все результаты, где можно посмотреть и ознакомиться. Ну вот, друзья, свежая бумага, только вывесили списки в классе 200. Тихонов Андрей занял второе место. Это круто. Ну вот и подошло к завершению нашего мероприятия чемпионата России. Второй этап по мотокроссу и квадрокроссу завершается. И сейчас самый трогательный момент – это награждение. Какая-то очень полезная штука. Ты рад, ты доволен своим? Да. Вас всех, вас всех радость.
63 Матвей Качалов, команда 63 MX Team, город Клин, Московская область. Лизочка, привет, подожди, дай я тебе возьму интервью. Как думаешь, что тебе помогло взять все-таки второе место среди парней, даже вырвать? Нужно было просто и сжать на газ, и я бы их обогнала. Молодец. Место в уборной борьбе. Старт номер 5. Андрей Тихонов, команда «Мотокс», город Серпухов, Московская область. Таким образом, друзья, по итогам второго этапа чемпионата России по кроссу на квадроциклах, ребята на квадроциклах «Мотокс» заняли призовые места сразу в трех категориях. Это 50 кубиков, 100 кубиков и 200 кубиков. И везде они заняли призовые места. Одна большая спортивная и дружная семья. Так пусть будет так всегда. Этот сегодня замечательный день у нас заканчивается под замечательный праздник, с днем семью. Еще раз всех с праздником, все семьи, все жены, все девушки. Давайте сюда все на сцену.